идет строго по списку. Если тебя нет в списке, не пущу. Так, посмотрим. А, то есть... Нет, не то. Б. Б, Бич. А, вот он, Бэтмен. Гляди-ка. Похоже, ты у нас почетный гость. Уворачивайся, идиот! Кульминация вечера. Только не говори, что не ждал этого. Я-то точно ждал. Сюрприз! Часто слышал, что мне надо работать на телевидении. Такого пропустить нельзя, это будет просто взрыв. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Почему же ты не остановил Бэтмена? Я? Это же был твой план, клоун тупой! Так-так, иди назад к чревовещателю! Тебе обязательно нужно все испортить, да? Избить Бича, скормить пугало Кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби.
и испортить мои чудесные ядовитые растения. Все кончено, Джокер. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало. Сработано, Бэтс, ты выиграл приз. Твой старый друг, комиссар, как его? Ой, какой-то он уставший. Давай-ка его подбодрим! Бэтмен! Врач! Вот так! Теперь повеселимся, детишки! Борешься с изменениями? Так нечестно! Давай, сдавайся!
Хочешь сыграть в бейсбол, Бэтс? А? Твоя подача! Щекотка, щекотка! Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост! Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я, когда истекаю кровью и хихикаю. Но ты и этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Лечебница Архем по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм! Его за меня, мальчики. Мне что-то забыл. По-моему, другого мнения быть не может. Я круче всех. А ты что скажете, комиссар? Работай!
вертолеты! Ты что творишь? Заходите, мальчики, развлекайтесь, он ваш! А мне пора обратиться к городу. Больно ему будет. Сейчас я дам тебе материал для утренней сводки, кот. Жители, кот! Тебе меня не остановить! За это ты умрешь, Бэтс! Поехали! Сейчас вернусь, Бэтс! Парни, разберитесь с ним! Берегись! Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Ну, давай, говори! Что бы ты ни придумал, Бэтс, тебе конец. На этот раз я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда! Со мной все хорошо, Барбара. Полиция, наконец, взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Врачи заботятся о раненых, но, похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. И модифицированные токсином заключенные приходят в себя. Но для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Папа, а как ты? Я выживу. Увидимся вечером, Барбара. Жаль твою машину. Подвезти тебя? Спасибо, Джим. Доберусь. Отдохни. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Двое офицеров погибли. Подозреваемый стрелки на этом.